Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я рада здесь вас видеть. Сегодня я убегаю на съемку, поэтому быстренько сделаю макияж и поболтаю с вами немного. Так, что у меня здесь есть? Сначала нужно быстренько увлажнить губы, потому что у меня достаточно большая площадь губ. У меня это вот такой бальзам. По-моему, это Тони Моли, если я не ошибаюсь. Как сисечка называет его мой молодой человек. Очень классный. Он пахнет персиком. И это мой самый любимый у них. У них разные бывают, но персиковый самый-самый вкусный для меня. И теперь нам нужно увлажнить лицо. Лицо у меня чистое. Здесь сейчас ничего нет. Поэтому мы начнем вот с такого стартера. Холика-холика. О, классно. Обожаю его. У меня есть небольшие совсем высыпания вот здесь. Но... В принципе, я думаю, что если пилинг сделать, то все будет норм. Сейчас мы немножко ждем, чтобы эта эмульсия впиталась, или как это называется. Ну, в общем, этот стартер впитался. Мой любимый Мизон, я показывала вам его в покупках, пользуюсь, соответственно, и до этого пользовалась, и уже пользуюсь. Из Сайхерба, которые прислали вторую неделю. Всем довольна, очень хорошее качество. Если кто-то думал заказывать Мизон и все еще думает, заказывайте его, потому что классный крем. Наносим его. Ну, я на самом деле, к сожалению, не умею всякие массажные процедуры делать. И слабо в них верю, хотя столько людей доказало, что это можно. Я сейчас, если честно, верю в подтяжку лица с помощью такой системы. Называется она смешно «Попа-ноги». Женщина в Инстаграме ведет, погуглите. Она там дает три упражнения. Эти три упражнения на самом деле выкроить на них время, чтобы сделать, крайне сложно. Но когда их делаешь, чувствуешь себя круто. Ждем, пока, соответственно, Мизон тоже немножко впитается. В принципе, это гелевая основа, быстро очень впитывается, но надо чуть-чуть подождать. А пока мы ждем, вот такой вот стик от The Body Shop. Я еще беру либлидерн для глаз и уже наношу на это веко. Верхнее веко, чтобы не обвисло. А пока... Та-та-та-та. Смотрите, какие у меня цветочки. Обожаю именно такие розы, кустовые. Самые лучшие. Все, у нас уже все путем, все хорошо. Вот есть такой чудо BB-крем, который сняли с производства. Он мой самый любимый, и я промахнулась и взяла очень темный цвет. Поэтому я его использую только на скулах. Я не могу его найти в H&M, и очень-очень жалко, потому что если бы они продолжали продаваться, я купила бы себе свой тон и пользовалась бы только им. Такого крутого свечения, как у этого тональника, нет. Берем уже полику-полику. Налазываю немножко на спонж. Смешиваем крем. Обязательно напишите свои рекомендации по поводу макияжа мне в комментариях, потому что я это делаю все, ну, как привыкла. Может быть, вы занимаетесь макияжем профессионально. Аккуратно растушевываю все. Сейчас моя самая большая проблема, и это была проблема достаточно долго, это вот здесь небольшие такие уже... Ну, не то чтобы морщинки, но места складок, где я улыбаюсь, да, вот эти вот носогубные будущие морщины. Скоро с ними надо будет что-то делать. Кстати говоря, вчера было у стоматолога, и мне нужно будет вырывать целых 4 зуба мудрости. Консилером я, к сожалению, не пользуюсь. Или, к счастью. У нас появился такое вот достаточно ровное покрытие. И сейчас я не поклонник сильного макияжа, поэтому это будут совсем такие вкрапления. У меня есть палетка Renata Stories. Обожаю их цвета. Мы берем маленькую совсем кисточку и самым темным цветом чуть-чуть уголок рисуем. Может быть, поближе подъехать к вам. Беда с моим вот таким вот глазом, это то, что мне нужно... Сразу же, если сильно много тени здесь кладу, он сразу же опускается и становится неправильной формы. Поэтому нужно положить очень много тени и еще на уголок глаза. И чуть-чуть вверх. Если у вас такая же беда, как у меня, то берите на вооружение. Мне это посоветовала очень хорошая мейкап-артист. Ну и, конечно же, нужно и на нижнее веко. Чуть-чуть беру уже более светлый тон.
делать вот здесь. Все абсолютно школы макияжа учат нас, что ну, нам нужно наоборот вести сюда, но с моим глазом, поверьте, это не работает, это становится каким-то стрёмным, как будто опущенным азиатским глазом, но у меня не азиатский вообще разрез глаз ни в коем случае. И это все ломает. Берем вот этот уже более светлый, но не такой темный красный. И опять же, только вот сюда кладем его. Немножко растушевываю. Все, я думаю, этого достаточно. Это у нас очень приятный оттенок в Smashbox. Сейчас мой самый любимый. Чуть-чуть совсем румян. Капелюшку. Чуть-чуть растушим. Еще можно чуть-чуть законтурировать. Это MAC. Оттенок Fashion Fix Eyeshadow. Чуть-чуть набираю. Всем чуть-чуть. И снова на скулы. Чуть-чуть надо, конечно, растушевать. Пальчиком иногда растушевываю. Совсем чуть-чуть. Все, я думаю, что вы поняли, какой макияж я наношу. Собственно, ничего вообще сверхъестественного и ничего сильного. Такой макияж я делаю только на съемку, только тогда, когда мы с Катей что-то снимаем, или я здесь что-то снимаю на работу, или просто, даже просто на выходные, даже просто когда мы идем куда-то, я буквально наношу мизон вместе со стартером. И, ну, максимум могу этот BB-крем один холика использовать. И на этом все. Потому что мне нравится ощущение лица такого, ну, чуть ли не детского. Потому что как только я сильно крашусь, я даю себе возраста, да, будем так говорить. Выгляжу гораздо старше. Мне это не нравится, я себя ощущаю гораздо моложе своих лет. Вот, поэтому практически не крашусь. И я замечаю, чем больше съемок, чем больше я крашусь, тем больше моя кожа реагирует. И если вы спрашивали, почему у меня такая кожа, так потому что я с самого детства не использовала никогда тональное средство. То есть именно тоналки на моем лице никогда не было. И только когда и не пудры, ничего не было на моем лице. И только когда пришли BB-крема корейские, это были только корейские BB-крема. Все. Вот. И опять же, не на каждый день. Единственное, что у меня были всегда крема с SPF-защитой. И этот BB-крем от Холика, он тоже с SPF-45. Это единственное, что я учитываю и на что обращаю внимание. Вот и все. Пишите свои комментарии, пишите, как вы боретесь с вот этим вот нависающим веком. Как у меня, как сказала мне девушка, которая мне как-то делала макияж, что мне реально просто нельзя делать тень вот здесь. Ни в коем случае, только здесь. Вся тень должна быть только здесь. И, естественно, под глазом нужно ложить тоже больше максимально к уголку глаза. Вот такие дела. Попробуйте, если вы еще не пробовали.